Привет, YouTube! Сегодня рассмотрим такой энергетик, название «Водоряный раш, ягодная энергия». Вот так у нас выглядит баночка. Здесь такие красные, такие еще вот тона. Ну, в общем, что тут у нас по составу? Сахар концентрированный, соки яблока, морковь, смородина, красный, малина, реграция кислотности. Ну, в общем, все такое, кофеин, таурин. В общем, ну, что могу сказать. Купил я за 79 сегодня по акции в пятерке, в общем. Вот. Давайте попробуем на вкус. Охуительно, просто охуенно просто. Смотрите, что у нас еще сзади написано. Специально разработанный комплекс эффективных ингредиентов, который даст заряд энергии, для чего бы тебе не понадобился. И здесь еще такие все характеристики. Ну, я думаю, знаете. Цвет такой красный, такой малиновый цвет. Прям малинка вкусно там. Заебись, вкус вообще охуительный просто. В общем, ребят, классная тема. Рекомендую всем попробовать. Можно даже брать на постоянку. Вот такая вот у нас тема. Классный энергетик, мне нравится. По вкусу тут такая малинка идет. Еще как смородина, вот. В общем, ребят. Ладно, ребят, этот энергетик я вам рекомендую. Не забудьте подписаться на мой канал, поставить лайк. Всем удачи и всем пока.